Сороки, серая ворона и сойка прилетели в морозное утро. Сегодня очень сильный мороз, -34, даже больше, чем вчера. Очень холодно, но птица голодна, и если они не поедят, то они могут замерзнуть. Птицы следят за мной свысока. Их много на соснах. Елках это серые вороны распушились, сороки среди белоснежных комков на ветках сосны, также сойка. Они ждут упорно и внимательно следят, когда выйду из леса, чтобы спокойно позавтракать.